Телеведущая Маша Малиновская выложила в Инстаграм фотографию, на которой предстала сильно похудевшей. Девушка сдержала слово, данное фанатам, и сбросила лишние килограммы. Впервые Малиновская удивила поклонников лишним весом, когда пришла на ток-шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Она призналась ведущей, что набрала за последний год 12 килограммов лишнего веса. Девушка страдала из-за стресса, с которым она пыталась справиться с помощью вкусной еды. Ради похудения Малиновская обещала пойти на отчаянные меры. Она купила специальные таблетки из Таиланда. Препарат был опасен для здоровья, но Малиновская не боялась осложнений. 10 мая телеведущая представила результаты диеты, на которой она сидела в течение 2 месяцев. Малиновская обещала поделиться секретами похудения с пользователями и выразила надежду, что ее опыт поможет остальным. Поклонники принялись поздравлять Малиновскую с похудением в комментариях к снимку.